друзья, смотрите, что творится. Сейчас мы, главное, нам не потонуть. А если направо? Давай налево. Ё-моё! Адлер-то точно, наверное. Вообще, да, там море. Нихера себе вообще. Смотри, смотри, как он там. Сейчас мы потихонечку, потихонечку. Вот это вот тропический дождь. О, опа. Здесь вообще нормально. Мама! Маманя! Главное, чтобы у нас это, да? Давай едем. А мы сейчас направо, короче, завернем. Зачем? В горку же. И все, и приедем к нашему этому. Ну, давай, давай. Блин, поздно я вспомнил, что надо все снимать. Там было так-то, на что посмотреть. Бедные люди, короче. Наша задача доехать до офиса. Кое-где стоят гаишники, прям, что туда не заворачивали, потому что там вообще озеро. Причем все в камнях, как будто сель сходит, да? Я думаю, Адлеру там вообще капец пришел. Потому что если у нас что-то примерно такое, то в Адлере, как обычно, у нас там вообще их затопит, короче, бедно. В этом году вроде ливневки они обещали расширить, но, по всей видимости, особо это никак не помогло, потому что до этого был такой буквально небольшой такой ливень, и там все позатопило опять. Ну, не так, конечно, как в 2015 году. У меня родители на самолете летят сегодня вечером, будут приземляться. Надеюсь, вся эта бакханалия закончится. Все, Нива сломалась просто посередине дороги. А почему она сломалась? Залила? Там вон тоже и река уже. А, там река, он, короче, по ней проехал и это. Словил гидроудар, что ли? Так, сейчас все отсюда еще и вылазим. А у нас тут что, в офисе нормально? Или мы тоже в озеро сейчас заедем? Не, нормально. А, ну смотри, ливневка прям не справляется. Из ливневки прям смотри. Хлещет вода. Видите, друзья? Вон она. А, так что, еще и асфальт размыло? Дэвис вообще сказал. А, или что это? Она черная почему-то. Это канализация, да? Не утонули? Ох, вот она, вонь, да? Да, вонище-то она, конечно, ага. Вот она, видишь, ливневка нормальная, адекватная. И все, уходит спокойненько. Это городская, видимо, канализация не выдержала. И какашки, в общем, теперь у нас здесь все.